В дежурную часть отдела полиции номер 1 в составе управления МВД России по городу Саратову поступило сообщение о том, что несовершеннолетние, двое из которых 2003 года рождения, один 2004 года рождения, сняли видеоролик о несанкционированном проникновении внутрь моста Саратов-Энгельс. Данное сообщение было зарегистрировано. В ходе проверки установлено, что подростки произвели видеосъемку внутри моста и выложили ее в сеть интернет. За данное противоправное деяние несовершеннолетние были задержаны и доставлены в отдел полиции номер 1 в составе управления МВД России по городу Саратову. Ранее молодые люди на учете в органах внутренних дел не состояли. С родителями и нарушителями проведена профилактическая беседа и составлены протоколы об административном нарушении по части 1 статьи 20.17 Кодекса об административных правонарушениях. Материалы проверки направлены для рассмотрения и принятия решения в комиссию по делам несовершеннолетних. За что ты оказался в отделе полиции? За то, что мы сняли видеоролик о том, как лазили под Саратовский мост. А как вы попали вообще туда? Мы увидели там длинную дорогу, мост, и решили пройтись по ней. Цель какая у вас вообще была? Да просто показать людям, как, ну, я не знаю, просто снять, показать. То есть вы, чтобы они... вы осуществляли видеосъемку? Да, мы хотели показать, ну, чтобы люди туда не пытались лезть, мы сразу показали все, что там есть. И все. Чтобы другие люди не пытались туда попасть. Ну вот видеосъемку вы осуществляли для чего? Чтобы потом что с ней сделать? Для своего YouTube-канала. Когда лазили, не страшно было там? Нет, все было... Ну, я просто проверял, я знал на 100%, что все будет хорошо. Ну и как бы знал, что я делаю. Каждый шаг был не просто так. Жалеешь о содеянном? Возможно, не стоило. Потому что сейчас много проблем из-за этого может быть. В дальнейшем есть планы еще подобные снимать какие-нибудь там? Я рассчитываю переходить на другой контент, который, ну, развивающий для людей остальных.